Говорю, пошли по-хорошему в другое помещение, а то я тебя застрелю. Она говорит, нет, никуда я не пойду. На что я снял с предохранителя и произвел выстрел с АКС-а. Куда в нее, ну, в районе с височной части. Где ты застрелился? Здесь, покажи. Здесь на входе стоял. Вот здесь на входе стоял? Да. Покажите, куда вы дальше понесли труп женщины. Вот это вы подняли вас. И пулевой выстрел в голову вынесли сюда. Из какого оружия вы производили выстрел? Еще раз. АКС. 545. Немного испугался, надеюсь, много интересно было, как этот человек умирает. Кадраков, подтверждайте данную женщину? Да. Что? Да. И что, два парня на возле остановиться, они не хотели останавливаться, потом остановились, я спросил одного из них, поляныса, три раза, он не ответил мне, и второй, я его застрелил, второй на отзыв поляныса ответил, хлеб, я его отпустил. Как вы производили выстрел? В очереди, сколько раз? Один раз. Короткая очередь. Сколько вылетело патронов? Три патрона. Какие у него были видимые повреждения? Низ бедра, верх бедра, еще не выше.